Всего за три дня, как только «Тюменское время» объявило о съемках нового реалити-шоу на стартап, на официальном сайте телеканала подали заявки на участие более 100 тюменцев. Это первый подобный проект в истории регионального телевидения. Сразу 4 крупных инвестора отдадут 2 миллиона рублей тем, кто пройдет все испытания и докажет, что именно они смогут приумножить полученные средства. За победу будут бороться 20 человек. Их отберут во время кастинга, который пройдет 2 марта в технопарке с 10 утра и до 7 вечера. Для этого участников нужно лишь кратко рассказать о себе и презентовать идею, как приумножить выигранное. Из тех претендентов мы отберем 20 человек, и эти 20 человек будут с нами на протяжении достаточно долгого времени, потому что мы будем снимать 10 серий, наши участники будут проходить важные испытания, они будут учиться, они будут дорабатывать свои идеи, чтобы потом в конце, в финале их классно презентовать, ну и забрать главный выигрыш, призовой фонд.